Пропал, деньги ты присутствовал. Ага. Блять, а мне там этот квест надо выполнить. Ладно, похуй. А этот квест выполняется в обычке 25, можно выполнить? Какой? В любом уровне сложности его можно выполнить. Главное убить про. Толик, вы сейчас о каких квестах? Позвольте поинтересоваться. Ну, типа, в великих чудовищах, там, убийство профи уже есть, знаете. Да какие великие чудовища? Не, я говорю, Толик, как великие. Тихо! Мурлок, дай шкаф, пожалуйста. Короче, этот, который после собирания душ, когда 2500 душ собрал. У тебя персональная ЦЛК, и ты пиздруешь у него делать квест. А, так вот. В смысле, в одного или что? Я не понимаю. Да, это есть в видеоске. У тебя личный мини-данж, там нет ни профа, ни синдры, там нет нихуя. Ты приходишь туда, заливаешь одного элитного моба, не особо жирного. С одного квартала, со второго и с третьего. Так это в самом начале. Ну? В самом начале? Ты про это, что ли, квест говоришь? В начале у тебя идет квест на Окулис. Или на что там, Nexus, я не помню. Ну да, да, да. Ну вот. Потом у тебя идет такая же хуйня, только сюда. А, ну хорошо, понял. Это надо... Ладно, разберусь, короче. Это самостоятельная деятельность от NPS Solo. Это... Нет, нет, подождите, Паш, блять, у меня PvP спек. И билд. Ну, переспектились. Не долго, короче. Полик приезжает, я понял. Садись, есть рыбу вместе с Поликом, мы запускаем. А кто на танке? Ой, кто на буле? Консерва. Блять, еще ближе. Переставлю ее. Упор. Блять, да вы достали, ребят. Серега, я думаю, стоит на 5-й секунде прикончить все-таки. Да, отчета вообще не было, блядь. Сдвинулись. Тебя ДБМа нету, поэтому у тебя отчета не было. У Сереги тоже не было ДБМа, да? Или ты поставил просто? Не было никакого отчета, даже в чате, который был. 5-4. Звуковой просто. В луну, ровно в луну встаньте. Не успели, да? Успели. Разошлись по меткам. Мне кажется, сейчас будет, знаешь, как один фазовый, один трифазовый. Куда ты его, блять, ведешь? Сейчас пельмени полет. В черепе собрались все. Ровно в черепе фильмости это тоже касается. Отошли. Вернулись, стали на место. В черепе стоим. В красного свечного весь отколку шли. Череп, ровно в череп.
лужи скинул, подошли в луну. В луну. В луну на край лужи. Лужу не цеплять. Смотри, сейчас он намного позже их дал, да. Так он их по-разному дает, у него же ёбнутые косты. Там смысл не в этом, я тебе говорю, то есть смысл, мы привыкли, то, что ты его всегда ставишь так, как надо. Ну, и... Да, да. Фаза скоро. 39. Дистанция рассчитана. Успеете? Пельмень. Да, успеет. Переводите, переводите, переводите. Лёха. Вагон. Вставай. Он затаргетил. Мурлок бежать. Финно, закончим со слизнями. После всей вот этой вот хуйни бы... Лёшу? Да. Ближе к стенке. Давай. Подошли. Ближе к стенке. Что такое хил иннер и ребаф к нему. Пошли. В черепе собрались в метке. Отошли. Отошли. Назад вернулись. Места никак не было. Вот, а потом он меня спрашивает, блять, где он косячит, ведя слизни в рейд. Хуемно. Так, Лёха, он не сразу спадает. Финмас. Или пиха, блядь. Пека, ты продался... Паш, можно печеньку с хэмом? Ну да, можно. Сейчас в роллер закину. Ничего-нибудь. Обычная нужна? Не, обычная нет. Я все равно закину. Глутик нужен кому-то? Все молчат, значит, никому не нужен. Марин, есть осколок? Собирай. Мурак, отойди за стену. Марин, озвучивай осколки. Она же говорила, что есть. Громче. Кого громче? Я даже не помню, слышал я хоть раз голос. Вообще ты слышал? Что-то да, вообще. Бля, просто ты слышал этот голос, бля? Катушка нужна кому-то, нет? Я ее выпуливаю в продажу. Паша, ты щит тихо, никому не продаешь? Тебе она явно нахуй не нужна. Щит нет. О-о-о. Тебя вам все жрет, тихо. Ну или ты его вторанчика вот есть. Вы можете пойти вон там вон за угол и все решить по-пацански на кулачках. Да смысл? У меня совсем другая весовая категория.
я видел пит. Ну так я делаю ставку на тебя, что ты думаешь? Того, давай ролить. Давай. Только то, что ты в туалете рукопашишь, это не считается. Бля, проиграно, честно. Все, я перезахожу. Рукопашник, рукопашник. Да типа, при чем рукопашник? Это будет выглядеть, как будто, знаешь, взяли медведя и кинули в пи***. Я ж такой же, блядь, здоровенный, жирный, двухметровый долб... Да, рукопашка. Что там макрос так не добудился? Консервочек. А, да я ж, блядь, только чистоком чинил, у меня не было времени написать ему. Хорошо, Паш, ну тебя по-прежнему не слышно. Две ленивые белые эти вот штуки, шара. Слышно? Слышно. Я, блядь, подзаебался, пошлите быстрее. Я решил, блядь, микрофон включить, чтобы доебаться. Добрый вечер, блядь. Лейтенант Доебучка. Нет. Хороший вариант, но это похоже. Паша, чё, я выхожу на выход? Сомнительные личности плюсую. Консерва. Сомнительные убийцы трэша какой-то. Паша. Я выхожу на выход. Локас угоните? Да. Все, я вышел. Отлично, я же говорил, варианта два. Завязать на узел и штаны. А у меня хвостик есть. Тоже вариант. Ну, почти вариант. Точнее, не у меня, а у моей гренейки. Там тактик будет ловить. А во второго зря сбили. Во второму без метки эфира дайте. Да, вар, забери это одного из тактика. Не, на самом деле обходишь. По-моему, ну ты, у тебя берса, блядь, тебе 5 миллионов фазера. Берса это... Поднимаемся, все должны. Ишков, пожалуйста, берса это шарик КД. Блять, хант явно
ебанулся вообще голову, там не хуярят насчет покупки карандаши. И сколько дает? Нет, он просто долбоёб в плане того, что он меня один раз спросил, ну, кому-то палит меня, я ему говорю, нет, не нужно. Поэтому когда я могу продать. Это хорошо, говорит, когда лечу. Я говорю, блядь, 10, 11. Сейчас опять Паша, заходит. Ты такую хуйню, короче. Палик кому-то нужен? Паш. Я, по-моему, я его еще просто нахуй пошлю. Лоб. Типа такой. Чё типа у вас гильдия закрывается? Типа целка ХМ, РС, ХМ закрываете? Или только в обычку бегаете, сука? Ну скажи, в обычку бегаем десятку. Да, там нахуй. Траем ребро. Рифа фан, рифа фан. Ну, тем более, раз он нужен, значит. Да за что, блядь? За... За Долоран. Савиную... Династию, диаспору. Я его не трогал даже, ну хуй влетел в меня, блядь. Это вот за все поздно ребафнутые лапки тебе. Я только что бафнул лапу, блядь, и за это мне ответили, что ли? Ну это за предыдущие косяки карма, она же копится. Я Лёшу Ресу бафнул, всех бафнул, блядь. Как вы там говорили, Саню жалко, да? Теперь сову жалко. Сову не жалко. Саву не вы охренели, что сову не жалко, блин. А Саню жалко. Саню жалко. Ты злые, вы. А Саню реально жалко. Хватит обижать сову, их все, и так всего две штуки. Поставьте живца, пожалуйста. Брат, скоро я сделаю сову и буду с тобой. Сапин на твит. Че, надо еще живс? Надо, надо, где стоит? Справа. Стоп, фокус маг. Белка скончалась. Че, ты на келли хочешь, ты кашка? Хоп, белка скончалась, понятно. Само не Макс. Макс Эльтенбг. Ну могу выйти, мне пофиг. Я могу космо присмотреть. Космо присмотрим у Сайка. Космо, чтобы не скучал. Среди Долорана. Последние плечи добиваю. А в рейд-чате писал, что я ребутаю компьютер. Блять, ты уже 15 минут как мог его ребутнуть. Ты его с этого... Ну, вот заводишь? Такой у меня компьютер. Даже мое говно, которое рассыпается, ребутается за 3 минуты. Ты что, выходить? Да нет, с этим мы космом присоманили, спускайте. Каску поваром и лапку, пожалуйста. Для консерва, на, держи. Да, молодец. Вы можете на трэш-квальке потом находить. Только не все стадом. На перепонах. Все еще каску и лапку. Я давал лапу уже, блядь. Каску у тебя есть. У тебя есть лапа, алло. Все, окей. Вот смотри, пересадили на бар, и интеллект начал падать. Консервы, возвращайся обратно. Ну не отображал. А в Мишке прям интеллекта туча, да? Полик, не мешай мне дракановать варом. Это мое святое право. Или лево. Это... За что ты это... Этот голос из дупла был, да, сейчас? Да че ж вы так варом не любите? Я бы сказал... Рекаунт рассуд, но ты в хиле. Подожди, а что я там должен увидеть? Что-то коричневое? Да, что-то есть. Ебанусь, он давит как ебаный черт. ТПС.
Не знаю. Во вкладке «Эффективное исцеление» не наблюдаю ничего коричневого. Все чисто бело-синее. Я только на БГ в топе его. Спринт себя хилит. Бля, а типа... Кибисет умеет бить только 4 человека? Уж ёбнутые нахуй. Ну да. Ну, как бы смотри. Зачем бить Килисета, когда можно понакручивать аккаунт на Полдоране и Баланаре? Он еще у нас падает кинетика, блять. Еще нихуево было бы помочь Ханту. И одному, и второму. Ну это всех лопату настроил на ДПС. Банка плащ чекай. Марина. Арина. Ариша. Она на ДЦ походу вылетела. Давай, говори, говори. Да есть, есть осколок. Нет, сейчас нельзя, после Ланы можно отойти. Я же говорю, на трэш квальке можете отходить, там человек 4 покурить, больше сделал. Но это не значит, что если мы успеем дочистить трэш, и этих 4 человек не будет, я не пропишу. Терялся. Саня, ты что, банка не секу говорил? Что-что? Ты говорил, а, ты на кресте. Не, я на фонтан захожу. Я тут просто... Скидываю. Багруха-то, я думал, не знаю. Багруха нужна? Нет. Паш, клуб. Пошел, Саня. Ни за что, Тёма. Слишком ценный предмет держать. О, видишь? Танк в сапе аккуратно, не бурстите. Рикошет дома. Так глянь, они не бурстили и все вышли. Это там просто... еще второй есть. Это просто совпадение. Я просто... Ранящий бог называется. Андрес, да, там... Программу ставишь, она, в принципе, тебе дает какая-то водитель поставить. Маркировку. Можно в Аиде посмотреть, можно специально оперативно поставить. Ну, несколько казалось. Можно просто... засунуть нос в системный блок, смотреть, что там написано. AIDA-64. Ну, комплексная программа, анализирующая полностью всю твою железку и выдающую суммарную информацию. Башу ты веришь, но... Жестко сказал. Там есть еще прям получше, но... CPU-Z, по-моему, она называется, я не помню точно. Это вроде для мобильников. Нет. Так вот, по-моему, называется. Так. Что, кого?
Давай Санька присамоним на Вальку и Синдру. Дима, где шкаф? Скажи мне, пожалуйста. Где? Вот я тоже спрашиваю, где шкаф? Ну, нет. Я сейчас не на БГ. А ну да. Тогда Санька. Поехали, запускаю. Отчет будет? О, шанс. Два. Ну да. Я, короче, знаю, что нужно сделать. Нужно просто кого-то из девчонок попросить вот этим вот эротичным голосом. 6, 5, 4, знаешь. И попросить адмирала это залить в ДБМ. Тогда вы его точно скачаете. В кобочках нет. Нет. А если голосом про товар? Нет. Где он там будет гать? Может, можно эротичным голосом дуплишки? В миле лужу, чуть-чуть сместитесь, сместитесь. Банка сместился. Да, сместился. И с моим ППСом. Блять, дед походу уснул. Нет. Я смотрю, откуда он был. Маз пошли в ПСП. Финма, стой, блять, я подошел к тебе. Кажется, этот вар сломался, нужно нести нового. Легчайший щит в моей жизни. Полежу, покурю. Паладин тоже бракованный. Нет. Просто бракованная белка и бракованная собака. Или кто-то там для консервов. Да беги, Мурлок, беги. Рел что-то потнул. Господи. Алло, у тебя собака есть, ты же сосалка. Да. А ПТ не филяет? Нет. Вообще не должно. Есть подозрение, что на Джайне хилиштырнее. Ну, или и ты, и я лёг на Элене. Не то чтобы я в тебя не верил, Лёш. ГЦ щитом, а столок есть. Иди нахуй. Пизи, пизи, ГЦ. Жалко пиху. Паша, я на 2 минуты отойду, покурю. Не, пиху не жалко. Хорошо. Паша, я тоже на 2 минуты отойду. Саню жалко. Саню жалко.
Чё начали-то? Пих тоже немножко. Четыре человека так... можно, сказали, надо главное успеть. Саню жалко в августе будет. Почему? Это... А чё в августе? Всегда этого Саню жалко, или это только сегодня началось? Белорусы поймут. Только сегодня. Обычно дерби жалко. Ты дерби не жалко. Нет. Вот правильно. Сейчас меня жалко было. Айтера, вот смотри, сейчас кто-то сдохнет. Я? Да ты, я себе. Дайте каску и лампку, пожалуйста. Дохнуть не хочется и приставку. Ой, Шаря умрет. Размечта Софиюсь. Вы интересные ребята, блядь, просто охуительно пуляете. Вот сами... Да пойдем похилим, нам же потом самим крест. Вектор, выключи, Докстай. Курить, по-моему, снимал. Блять, съебал полицейский. Да, да, давайте еще валечку заходим. Шаплите ее, пожалуйста, шаплите, а. Мотай вальку. Аспект слетел, слетел. Блин, спустит, когда эта пачка сакрит. Консерва, ты где? Туточки? Почему я тебя хилом никаким боком, блядь, не достаю? Твоя туточка где-то хуёво. Он у нас чё сегодня, три танка? Да и я пока вон на вальке, но там... Кстати, на... я опять тыкаю макрос на бас-лопату, думаю, чё это не тыкает? Лёва, блядь. Ты ДДшишь? Вижу ДДшишь. Я на этом боссе по ДДшу всё равно вар лучшего УЕ. Хватай, мама, пошли. Кас очку. Кас очко, наверное, курит. Мне кажется, Оля уснула. Мелкая, я отдыхаю, спишь? Да, нет. Основаюсь. Я тут. Бля, Шаря, бога ради, прыгни вон, холик. Ты просто нихуя не держишь. Ты знаешь, в чем прикол? Он тебя может 2к ём за этот скипание крови, то 10, я не знаю чего-то. Типа разброса чуть. Пропахивает то, что была помоечка. Есть такое маленькое предположение. А, все понял, Кайсер, почему я не держал? А что, может быть, ты власть просто забыл сменить? Нет, в том, тот прикол багается при спеке. Точнее, респеке. Как Фрост. Забыл я туда-сюда перещелкнуть. А он холли так не багается. Да не нужен он мне. Че у нас по спине сколько? Будет кто-то забирать? Шаря, я туда не пойду. Да
Я думаю, лучше продать, как бы, для... Вдруг... Не вдруг, а... Может, когда-нибудь попаду в РС. Там, да, даже если попадешь, там у нас стёкла забирают. Ну, кофе не ешь. Жалко, Саня. Может, два плаща, не знаю. Лучше подавай. Так, ну как раз у нас транспирт, мы сейчас возьмем лоб. Глупый круг, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы земли. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Схватка. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Оли, ты живой? Или еще нет? Еще походу делаем. Конечно, Тимур. Залетает из офлайна и хилит. Ну а если ты про вообще про хапал, хапал Лёха летает. Так. По-моему, Полик начал шевелиться. Или нет, мне не показалось. Полик тут. Он перка, все на месте. Ставлю рыбу. Логу присумайте. Да, самое не так. Поехали, начинаем. Чужаки ворвались во внутренние покои. Мурлок, ты знаешь свою ответственную миссию? Вот Валик стоит. Да. Валик, ставлю волшебную метку. Будешь через Ширлока хилить. Паше. А клык Синдри кому-то нужен? Да. Продажу? Нет, себе заберу. У меня танка чешка деровская есть, хочу клык Синдри просто. Вообще макросы, ну, мне наверное нужен. Мак. Да спит на. Блять, его побудиться надо по-хорошему. Ты понимаешь, я могу он проснуться и попиздовать, а он нет. Когда он проснется и придет играть в танки, а я уже уйду спать, ты ему передай, что он мудак. Я тоже пойду спать. Блять, придется записочку оставить в том дискорде. Угу. Так и напишем. Если выпадет пушка и фетиш, что это вообще сбить? Да это, блять, фиаско будет, если вторая пушка уйдет. Или фетиш. Вот именно. А кто крякает? Шареврал. Шаре. Ой, вы заэвэдили тайф подавителя. Мимо, мимо, не делайте так больше.
Вы с Финмосом на вы? Нет. Ты кроме нет, что-то можешь еще говорить? Уважаемые сова, кто? Здесь Пашка. Они обманывают, что они говорят, что сову не жалко, сову не любят. Даже на вы с собой разговаривают. Как впредь только так и разговариваешь. Зубы охуели, сука. По космо. Именно это, блядь, именно космо. Поэтому, сука, все уже. Дайте все. Финмос по космо. Обосрался. Просто белка не смогла. Самая отличная сова. Ножки коротенькие, не убежал от взрыва. Кидаю инер космо. А есть у кого-то баф под названием все? Могу лапу предложить. Квест пошел и еще я помню, как Полик тут руинил порталы. Полик тоже это помнит. Артема засыпал. Красиво полетел к дождю. Ярик, если ты ДК, это не значит, что тебе на этом говне надо летать. Я ни разу не взлетел. Что ты мне рассказываешь? А ты не да? Ярик. Ты Ярик? Доброе утро. Я там ты дерево сказал. Ярик сказал он. Понял. Теперь он будет Яриком. Дерево галлюционирует. Я писал, я 3 часа поспал, бутильнику еле встал. Я тоже спал. Маринка, озвучивай. Квест Гивер сзади, Паша. Марин, молчи, пожалуйста. Ну, ну что ты, а? Скажи нет. Дима, поставь прямо сейчас шкаф, потому что нам нужно будет одного самонить, чтобы потом не ждать полчаса, пока он за квест ответит. Чтобы он упал. Так, все, почему-то отправляет в лес. Сейчас же Синдра. Да. Тишина. Нужен, нужен сейчас кому-то ТБЛ или нет? Локу, ну что, пустишь, Паш? Порт, стыкните Локу, товарищи маги. Там. Чего, на кого? На этого? Спрашивает, Алик, нужно или нет? Мурлок, прыгни. Я бы не умер. Да, что, надо обходить? Терроризирует сова. По поводу? По поводу своего протопаля. А, ну, пусть заходит. Мне на дроида тогда зайти? Ну да. Я
паролить или мы паролим с собой? Давайте вы паролите с собой, чтобы по-честному было. Видно, не судьба, видно, да не судьба. Да-да-да. Дик говорит, он был вообще, он за битвой забирает. А, ну, типа, будешь забирать, я на друида перезаходим. Давай, перезаходим на друида, пусть забирает. Мы его потом танчить заставим. Если он будет косячить, я буду его хуями трехэтажными откладывать. Нет. Я тр... А, бля. Ладно, захожу. Надо же дракончикам пизды дать еще. А у нас одна девочка в рейде, да? Минимум две. Нет. Минимум три. Нет. А кто третий? Сейчас должно было быть Шарина, нет. А, Оля, я забыл. Я забыла Оля. Оля, прости. Оля не девочка. Кибердевка. Она кибердевка. Я просто считать начинал, понял, с хила пати с пятой. Ну, раз вы его запустите, сами похилите, я пока это... Пашу жалко. Пока нет. Пойду себе кофе сделаю как раз. Хотел отойти на 2 минуты. Давай. Блять. Что это такое? Два раза запустили. Чё за подстава, дерево? Завязывай. Они меня 65 убил. Они видели два раза. Просто наебал его, взял и отдал меня бы. А лут поменяли? Да. Подвисла. Это быстро спустя. Ощущаю ухудшение кармы у паладинов и магов. Сенсер еще никто не сдох. Ну правда пошли еще. Че, блядь? Пашка, куда ты побежал? Вернись. Паш, вопрос. Ты зов не продаешь? Паш. Нет. Ну вот, не, и не продавай. Его я заберу. Нет, идешь нахуй. Паша, нет. Зайди назад на сову. Какой паладин? Там он на успех человек хочет забрать за ГП. Не шуржи на меня, заходи давай на свой. По-моему, она где-то скучает у него. Не угадал. Нет. Ты можешь, в принципе, поохотиться на Тасю пока. Охота за головами. С гарпуном. Там, кстати, Зерон убили. Так это праздник? Пипка в дис. На Синдре, Лёха, если на тебя освобождёнка, ты не кастуешь. Словился так, отбежал от рейда, подальше скинулся. Притянуло, съебал нахуй. Склеп вынес. Кидает бомбы, стоишь за склепами заведенными. Вспомнил? Будет
У нас двойной ивент, я так понимаю. Оли, когда я чистил? А, спасибо. Он вроде бы уже тройной. Ага. Кто-то знает, почему так? Моб заэвэйдился и пошел в инзон. Паш уже. Нет. Я слышал, если в центре стоит, то мог бы не эвэйдиться. Мы слишком тупые. Слишком быстро ДПСим. Ты просто не понимаешь, мы фармим этот... А, кожу? Ну, ресурс. Я понял. Не, не кожу, вон шмотки фармим. Хитин, пыль. Не рубский хитин, да? Я шмотки. Абсолютная пыль. Блин, а можем мы его сюда суму... этого... сумануть? Добытчика, он бы всех обад... Нет. Смотрите, я знаю, кто это заявил. Кто? 100%. А что, можно специально заявить, что ли? У нас Рога этим не занимается. Мы этим и занимаемся. Да. Пак, мы тут решили, Роги надо дать ДП. Да это не они. Конечно. Это пиво. Вон, все пришли за пифу. Все тебя плюсуют.